И дальше. Не думаю, что ты уже слышишь. Если тебе следует что-то подставка, ну, не подставка, а не перекрут, и тогда уже выходим на так. Вот чуть-чуть, тут надо чуть быстрее. Ты сейчас займешь. Давай, подвигайся. Нет, я не сомневаюсь. Так что, подожди, если сейчас ты стоишь, прилетай. Казачки, ну, так, в принципе, да, я же не пробовала. Ты меня слышишь? Да. Thank you.
решено. Опять счет не посчитала, 84 полотенца не взяла. Бери, пользуйся, это твой законный языковый палец, который ты можешь взять. Да? Попадаешь, все нормально, все так продолжает. Видите, что я говорю, при приеме подрезки вытягиваешь хорошо руку, не взяла в сетку. А не надо резко вот этого движения. Вот что ты делал, но чуть-чуть протяни все равно, потому что она была, улетела туда, куда надо. Направляю ее, хорошо? Вот так все, как бы, это, и скорость чуть-чуть увеличиваю. Ну, я же и так двигаюсь. Нет, ты двигаешься хорошо. Не в этом дело. Нет, я имею в виду, девочки, чуть-чуть вперед. Мне нужно чуть-чуть скорость наращивать. Хорошо? Ты это все умеешь. Давай, ты все нормально. Не стой на место. Во-первых, тебя, движение. Thank you.
Лучше. Даже спать. Ну, я взяла поймала. Кот, ну если не, ну если ты решаешь, что не идет, значит что? Ты слона не продашь. А слона надо продать. Поняла? Настрой не такой должен быть. Сейчас. Смотри, куда. Надо уметь на всех играть.